Камаранезе. Но, видите, вы подсказали, видимо, итальянским футболистам. Пирло поменял Камаранезе. Действительно, это логично. Он как рукой бросает мяч с углового. И здорово! Гол! И вы знаете, кто забивает этот мяч? Автор гола Марко Матерацци. Не зря он после того, как по его вине был назначен пенальти, ворота сборной Италии раз за разом шел в штрафную на подачу угловых, штрафных. Он добился своего, исправил собственную ошибку, скажем так, ошибку в кавычках. Вы посмотрите, какой высоченный прыжок. И как Пирло подал. А ведь ему противостоял Тюрам, высокий Тюрам, по-моему, да, смотрите. Он прыгает. Нет, Виера. Тюрам стоял чуть сзади. И Виера не смог прыгнуть так высоко, как это сделал Матерацци. Мы помним, что Матерацци головой забил гол чехом очень хороший. И ликуют запасные и тренеры итальянской команды. Вот такое начало.